Добрый день! Фаршированные помидоры быстрого посола – это очень прекрасное дополнение к вашему столу и блюдам из рыбы и мяса. Сегодня я покажу вам свой легкий и быстрый рецепт. Нам понадобится помидоры, сладкий перец, морковь, чеснок, перец чили и зелень. Основание помидор срезаем и вынимаем серединку. Это легче всего сделать французским ножичком. К мякоти помидор добавляем измельченный чеснок и перец чили. Если вы хотите, чтобы ваши помидоры были острее, семена оставьте. Перец вы можете нарезать произвольными кусочками, так как потом он пропустится через блендер. Если у вас нету перца чили, можете легко заменить аджикой. Мякоть от помидор, чили и чеснок измельчаем блендером. В готовую смесь кладем паприку, нарезанную соломкой. Постарайтесь паприку нарезать как можно тоньше. Для этого рецепта я взяла красную и желтую паприку, так как они не горчат, но и красиво для глаза. Морковь я натираю на мелкой терке и отправляю в смесь. Рубим зелень и добавляем в смесь. Я взяла петрушку, но вы можете также добавить укроп и кинзу. Солим и перчим. Хорошенько перемешаем нашу смесь. Не бойтесь пересолить, так как помидоры еще возьмут в себя соль. А теперь фаршируем помидоры. Старайтесь помидоры начинить как можно плотнее. Фаршированные помидоры складываем в емкость. Оставшейся жидкостью я заливаю помидоры и накрываю крышкой. Подготовленные помидоры выдерживаем сутки в тепле, затем двое суток в холоде. И на третий день получается вот такая закуска.